Социальное партнерство и крепкая дружба. Такие слова звучали на сцене театра «Самарская площадь» на юбилее Самарской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Все 20 лет бессменным руководителем организации является Инна Барель. Самое главное работа нашей организации – это объединить инвалидов, дать им почувствовать себя обычным членом общества. Для этого мы делаем все. Это общение, это совершенно другая среда обитания, это не четыре стены в доме. В каждом районе Самары работает свое отделение городского общества инвалидов. На местах делают все возможное, чтобы поддерживать качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Вы люди, которые каждый день всем нам демонстрируете, что несмотря на все сложности и трудности, с которыми вы сталкиваетесь, вы люди безграничных возможностей. Но просто вы требуете особого, бережного к вам отношения. За 20 лет городское общество инвалидов реализовало десятки проектов в разных сферах жизни, от социальных до спортивных. Совместно со спортивными федерациями региона развиваются такие виды спорта, как слэдж-хоккей, футбол, кёрлинг, теннис. Проводится театральный фестиваль для коллективов, в которых задействованы актеры с ОВЗ. Добираться до культурных, социальных и спортивных объектов помогает социальное такси. При активной поддержке общества инвалидов в городе для людей с ОВЗ адаптирован общественный транспорт, тротуары, пляж, парковки и входные зоны в различные организации, в том числе в магазины и аптеки. Ваша организация служит самым благородным целям. Причем стараетесь сделать так, чтобы ни один человек с инвалидностью не потерял возможность быть полноправным членом нашего общества. Хотелось бы выразить вам глубокое уважение и признательность всем членам вашей организации за ваш труд. Многочисленные программы по социальной адаптации инвалидов, защита их прав и интересов уже помогли сотням самарцев. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.